Там будут гореть совсем иные цифры. Да, как вы уже догадались, мой коллега Черданцев Георгий, а вместе с ним и я, Генич Константин, ожидаем сегодня парад голов. Посмотрим на состав Вольфсбурга. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Итак, состав Баварии. Тренер Ген. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Выбит мяч из штрафной. Буатен. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Томас Мюллер караулит этот навес. Хорошая игра защитника, чисто сыгран. Там Левандовский может сыграть. Жузуа Гилавоги. Обратный пас, очень быстро сыгран. К этой игре Бавария подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборона в лиге. Да, защита у них в этом сезоне действительно в полном порядке. Но пока загадывать, конечно, рано. Давай смотри. Видаль. Левандовский. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Айда гол. Сыграно как по нотам. Великолепная передача с правого фланга. Да посмотри, как он сыграл. А казалось бы, Георгий, да, все просто. Увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную. Но как исполнено, а? Вот так был забит гол. Смотрим комбинацию. Хорошая навесная передача. И тут нужно было просто попасть. Итак, мяч в центре поля. Бавария впереди. Жузуа Гилавоги. Хави Мартинес. Томас Мюллер. Мюллер иногда производит впечатление неказистого игрока, но все это мираж, потому что каждое движение Томаса расчетливо и обдумано. Да, порой в действиях Мюллера нет лоска и шика, но зато насколько же он эффективен. Это вполне по-немецки. Жертвовать блеском ради качества. А вот и атака баварцев. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Обладая солидным набором атакующих навыков, забивая, раздавая и созидая, Артур Видаль не сторонится ни черновой работы. У Видаля очень агрессивная Мюллер! Да, вот так удар. Да, не получилось у него прицельно пробить головой, и мяч отправился совсем не туда, куда должен. Свисток арбитра, игра рукой. Это может быть опасно. Левандовский. Томас Мюллер. Будет гол. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому. Авария переходит в атаку. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Рибери. Артуро Видаль. У защиты оказывается мяч. Тут опасности нет. Камачо Барнола. Жузуа Гилавоги. Рибери. Не завидую защитнику, которому предстоит опекать Рибери. Задергает его француз. Рибери много двигается, постоянно лезет в обводку, а потеряв мяч, сразу вступает в отбор. Играя против него, можно повесить язык на плечо уже минуте к 60-й. Надежно играет защитник, атака прервана. Левандовский.
Максимилиан Арнольд. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Рибери. Павар идет вперед. Выбили у него мяч. Кому он достанется? После первого тайма счет в пользу Баварии. Игра продолжается. Левандовский. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Томас Мюллер. Потерял он мяч, но кому он достанется? Жозуа Гилавоги. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Артуру Видаль. Бавария на половине соперника. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Томас Мюллер на убойной позиции. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Роберт Левандовский. Еще много времени до конца матча, 30 минут. В этой атаке оборону пройти не удалось. Пауль Верхаг. Шанс убежать в контратаку есть у команды. И ближе к воротам игра переходит. Ну что, смогут извлечь какую-то пользу из этой атаки футболисты? Защита первая на мяче, вынос. Жозуа Гилавоги. Подача, чей мяч будет? Мюллер. Жозуа Гилавоги. Отлично сыграно, надо решать. Повтор нам подтверждает, что у арбитров были все основания прервать эту атаку. Действительно был офсайд. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Роберт. Посмотрим за этой атакой. Там Левандовский может... Есть адрес у этой передачи. Проходит эта передача. Может быть опасно. Мяч летит в сторону ворот. В перекладину мяч попадает. Видаль. Левандовский. Рибери. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Камачо Барнола. Видаль. Пошли последние 10 минут игры. Роберт Левандовский ведет своих партнеров в атаку. Максимилиан Арнольд. В сторону Баварии сейчас пробьют штрафную. Тренер Вольфсбурга проводит замену. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Оставляет защитников. Коман. Робин. Будет гол. Какое прекрасное спасение. Блестящая игра вратаря. Он берет удар с близкого расстояния и оставляет своей команде шанс хотя бы на ничью. Оля-ля. Робин на убойной позиции.